Вайн, Няшка, вы чего пришли? Короче, у нас тут пару мемов новых появилось у Сняшкой. И мы вот не знаем, что это за мем, откуда они появились, про что они вообще. Можешь, пожалуйста, объяснить? А что за мемы-то? Ну вот списочек. Опа, так, вижу. И что у нас тут? Так, брррршки бери, до. Так, дальше у нас тут мама, I'm a criminal. Так, дальше у нас хомут, let me do it for you. И Maxwell Cat. Кэт. Поздравляю, все эти мемы я знаю. Вот как мне им про них вам объяснить, хороший вопрос. А есть у меня одна идейка. Короче, вы отходите вот в ту сторону. Я сейчас включу MacBook, найду там эти мемы и включу, так сказать, научные мемологичные лекции про эти мемы. Подожди, это что, типа как в школе? Да. Вау, как круто! Стой, полнейший. Вот, Няшка, я понимаю, настоящая ученица. А Вайн, ну ладно, я понимаю, переполни Вайн. Ладно, иди сюда, все нормально будет. Я на такое не подписывался. Ну, а ты про мемы-то узнать хочешь? Хочу. Ну, тогда других вариантов нет. Не, ну как бы есть. Ладно. Снежка, чтобы Няшке не было скучно, с ней за компанию. Ну что, ребята, я уже нашел первый мем. Да, угар сейчас будет. Ну все, я готова. Так, ну тогда иди вот туда и, собственно, перед экранчиком садись. Хорошо. Ой, господи, на что меня жизнь вообще подписала? Ну что это такое? Я тоже готов. Не туда, я знаю. Да, Вайн вообще не любит учиться. Ребят, кто такой же, как Вайн, ставьте лайк. Не, ну вообще на 50% я поставлю лайк. И на вторые 50, возможно, тоже. Да. Ну что ж, так, ну и давайте присаживайтесь. Ага, уже идем. Так, ну что, все уселись? Ага, да. Ну что ж, тогда врубаю. Шкибиди-доп, мем с татуирующим мужиком под слова шкибиди-доп. Доп. Так, ладно. Я сейчас подойду, одну секунду, хорошо? Окей. Именно тот так и называется. Дом-дом, ес-ес. Это сингл турецкой музыкальной группы Бисер Кинг, который вышел в апреле 2022 года. Но... Так, ну я вернулся. Ну, как вам, интересно? Ага. Не понял. Вайн, ты что, дрыхнешь? А? Что? Не, какой дрыхну? Не, ни капельки. Ну ты, Вайн, смотри у меня. Я врубаю. Ага, врубай. Еще 30 миллионов просмотров. Ой, что-то запись на паузу поставила. Секунду. О, все нормально. Не понял, что это за звуки? Так, на паузу ролик. Шкибиди-доп. Это что такое? Вайн, это ты там, что ли? А? Что? Не я! А, блин, меня убили! Снайпнули в полете! На! Так, Вайн, ты что устроил? Вырубай давай! Ты куда мой телефон забрал? Так, слушай, ты меня сам попросил тебе включить эти лекции. А в итоге сидишь и нифига не слушаешь. И это так не годится. Телефон верну после лекции. Ну это все отстой. Так, хорошо. Ну что ж, первый мемчик, как вам? Вау, мне все понравилось. Так... Не, топ. Так, следующий мемчик идет. Следующий мемчик, говоришь? Никаких мемов. Это еще почему? Потому что вот она не подписалась до сих пор. И вот он тоже не подписался. А, так это надо обязательно исправлять. Вот именно! Быстро нажимайте на красную кнопочку подписаться, делайте ее серой, а также кликайте на колокольчик. Сделали? Молодчины! Ты что мой способ сломать камеру взял? Ой, да я один раз всего лишь. Надо пыльный объектив камеры. Так, Вань, ты что, сидел? Да я пошутил. Ведь видео про него было еще 3 года назад. Дело в том, что в ТикТоке кто-то зафотошопил якобы страшную предысторию этого мема. И люди, даже не задумываясь, начали распространять ее в комментариях. Здорово! Так, Вайн, ну что, ты иди, садись и слушай. Короче, проблема. Какая? Ну такая, проблемная. Да что случилось? Ну выйди. Прошлого года с подписью «Кто знает предысторию этого мема?» Плохого качества. Перевод мне тоже незамысловатый. Спасибо. Да не за что. Да
На тот момент, когда мем появился, он... А можно выйти? Ты ж только что выходил. Я это... Теперь давайте вернемся... Ну того, это... Ладно, выходи. Людям он даже очень зашел. Мемы не заставили... О, там это, халявный мем, ничего страшного? Да ничего страшного, я, кстати, про него вообще ничего не слышала. Чаще всего им показывают какую-то нежелательную встречу с кем-либо. Например... А тебе спасибо. Так, Вайн, все, садись. Ну можно еще раз выйти? Вайн! Понял, понял, молчу. Ну и еще одна фраза, которая, конечно, не была в мультфильме, но ее додумал. Я Человек-паук! Вайн, ты что сделал? Чё-чё? Это не я, это все Веном, который вселился в Человека-паука в одну из старых частей. Макбук мы починим. Подожди, он же папа Андрея Старшего. Слушай, мне пора в туалет, пока. А что я буду Андрею Старшему-то объяснять? Няшка. Ничего не знаю, у меня твои дела. Так, я не понял, вы что сделали с моим макбуком? Так, это, во-первых, все Вайн. Он играл в Человека-паука, прыгнул, блин, прямо в экран. Да вы что, совсем сначала водой залили, теперь вы разбили его. Вы что, совсем что ли? Так, ну, я тебе все объяснил, так что зови Вайна. Вайн! Я убью тебя, Вайн! Смотри, ты меня убьёшь, ты что совсем? Так, ладно, спокойно. Ты где? Я тут, блин. Ну все, тебе капец. Ты чё, ты идёшь?